Всем привет, друзья! Вы на канале Подделок. Меня зовут Виталий. И сейчас я вам покажу одну идею, как можно сделать USB-светильник. Нам для этого нужно провод USB. Я уже его обрезал. Это был провод от принтера. 5 светодиодов, 1 резистор 300 Ом, светодиоды белые. И корпус нужен. Я буду брать вот такой вот корпус от лампочки. Один из подписчиков спросил, зачем вот этот резистор с сопротивлением 300 Ом нужен. Так вот, когда мы подключим USB к компьютеру или к ноутбуку, между красным и черным проводом у нас будет 5 вольт. А напряжение горения нормального свечения светодиода является 3 вольта. Таким образом, если мы подключим светодиод напрямую к этим выводам, то он сгорит, светодиод. Поэтому нужно понижать напряжение, мы ставим резистор 300 Ом. Итак, начинаем делать. Пару слов о этой лампочке. Она мне пришла с сайта AliExpress. Пришло их 7 штук, и одна вот из них не работала. Поэтому я решил ее немножко переделать. Берем неодимовый магнит. Итак, друзья, я все спаял параллельно. Теперь проверим, как работает. Итак, друзья, вот такой вот ночничок у нас получился. Достаточно светит для того, чтобы где-то висел и подсвечивал клавиатуру. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных поделок.